Вас вітає служба інформації телерадіокомпанії «Гомель» у студії Наталі Ігнатенко. Добрий вечір. Сьогодні завершився візит у Китайську Народну Республіку офіційної делегації Гомельської області на чолі зі старшинею облвиконкома Володимиром Дворником. Напередодні у Китаї підписано погоднення поміж Гомельським обласним виконавчим комітетом і Народним урадом провінції Дзяньсу об сумісному уділі у будівництві економічного пояса шовкового шляху. Окремя того, досягнуті домовленості об поставках на ринок Китаю м'ясної і молочної продукції. Фінальним акордом знаходження представників нашого региона у Поднебесной стало подписание погоднения помеж Нанкинским университетом науки и технологии и ГДУ имя Франциска Скорины. В отповедности с ГИМ плануется открытие регионального института Китая знауства имя Конфуция. К этому проекту надается великое значение. Активное супрацовництво помеж двумя краинами максимально при наявности специалистов с веданием китайской мовы и менталитету. Выкладчиками новой ВНУ станут специалисты с Китайской Народной Республики, а першими студентами – выпускники школ Гомеля и Жлобина, где ведется подрыхтовка по вывучении китайской мовы. На Гомельщині набирає обороти посівная кампанія. До робот приступили во всіх районах в області. Подадзених на сьогодні у регіоні засіяно більш як чверть площаў, адведзених под ранніе зернівыя культури. Гэта каля 40 тысяч гектараў. Ознайоміцца со станом справ у сельскай гаспадарцы Лоеўскага района вырашылі былыя кіраўнікі рэгіёна разам з актывістамі абласнога аддзялення Беларускага фонда міру. Наш корэспандэнт Дмітрый Котаў далучыўся да дэлегацыі. Агрогородок Малиновка – сучасный населенный пункт. У им есть школа, ФАП, клуб, несколько магазинов. Комфортные умовы для жития и працы, для молоди – нагода заставаться на селе. Працеуладковываются у основным у мясцовую господарку. КСУП Малиновка Агро уже несколько годов является лепшим сельгаспредприемством у районе. Заховывать лидерские позиции дозволяют высокий профессионализм супрацовников и их ставление до своей справы. Основной фактор – это команда специалистов. И кадрами укомплектованы полностью мы кадрами, молодыми кадрами. Вы знаете, что сейчас и механизаторы должны быть грамотные, потому что везде компьютеры стоят, все это. У нас в этом плане все, можно сказать, профессионалы, механизаторы. Два года тому у КСУП «Малиновка Агро» побудованы новый доильно-молочный блок. На набытие материалов были выдаткованы бюджетные сродки, а вось будовничие работы проводили уластными силами. Былые керовники Гомельской области застались задоволены убачанным. И они отзначили, что тут полностью выконывается технология вытворчести, и это отбивается на показчиках. Зараз особливая увага проведению весновых полевых работ. У минулом годе воловый сбор зерня склал 6,5 тысяч тонн. Это сподяются на лепший выник каля 10 тысяч. Задача ставится перед районом посеять 6800 ранних зерновых колосовых культур. Значит, те площадя, которые у нас порядка 3000 гектар, будут выпасаться на корм скоту, будут также дополнены яровым зерновым клином колосовых культур. Ставится задача также посеять 9000 кукурузы. После знакомства с сельскохозяйственным потенциалом делегация активистов Фонду миру и былых керовников в области накировалась у райвыконкам. Тут отбылась встреча с представниками улады и молодыми специалистами. Размова проходила у душевной сябровской атмосферы. Было очень важно услышать их мнение, то, что они сегодня увидели, то, что они услышали, какую оценку они дали нам. Потому что для нас это был своеобразный экзамен на то, что мы, более молодые, умеем, что мы можем, какие задачи, перспективы мы видим, как мы будем их решать. Дмитрий Котов, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель», Лоевский район. Побудовать приватный дом альбо кватеру с притягнением мельготного кредиту стало больше складано. С чем это связано? А так само, какие альтернативные решения пропонуют специалисты? Об этом не только пойде размова у черговым выпуску экономичной доведки. Эксперты программы расскажут и про то, какие меры приняты в Беларуси по зменьшению тякучести кадров у сельскохозяйственных организациях и скорочении чарги на поляпшении жилевых умов. Глядачов так само чекая протяг знакомства с ценами на рынку и у крамах. Глядите программу «Экономичная доведка» завтра в 20:45 на телеканале «Беларусь-4 Гомель».
До інших тем. Только за минулый год у Гомеля признаны проблемными амаль 657 семьев. 980 детей, которые у них выховывались, поставлены на специальный улик. Такие лишь бы были огучены на сегодняшнем посяджении Гомельского гарвыканкама, на котором обмеркованы ход реализации декрета номер 18. Кто отримливает статус социальных сирот и насколько эффективны принимаемые меры, ведая Олег Сенцерову. Декрет номер 18 о додатковых мерах по державной обороне детей у несприятных семьях был подписан маль 10 годов тому. За минулый час заявился шмат напрацовок, которые позволяют проводить отповедную работу комплексно и мэтанакеравана. А прача того, сегодня докладно зразумела, основная причина у всех проблем – злоуживание батьков спиртными напоями, протяглое беспрацовье и, как выник, низкий материальный достаток. Когда начать допомогу своечасово, такие семьи еще можно заработать нормальными. Когда чекать и сподеваться, что все вырешится само собой, ничего не тримается. Самое главное, не доводить до пиковой ситуации. Ведь есть у каждой болезни барьер, когда возврата уже нету. Поэтому чем раньше мы выявим, чем раньше начнем применять меры по социальной адаптации, тем больше шанс, что, конечно, семья будет восстановлена. Сегодня у Гомеля распрацеванный механизм выявления детей, которые находятся в социально небезпечном становище. Дальше запозыченность по оплате коммунальных послуг может свечить. У семьи есть проблемы. Особливая надея на работников системы эдукации. Увага звертается на, сдавалось бы, незначные дробези. Как опрануты дети, какие у их настрой и навод, те зарабили они домашнее задание. Плюс, как минимум двойче на год, обовязковое наведание у всех без выключения семью по месту жихарства. Правда, без сбою покуль не обходится. У городским отделе эдукации не утоивают, есть недопрацовки сбоку наставников за недостатковую работу по обороне правов неполнолетних. До дисциплинарной отказности уже протягнуты больше 40 керовников, причем кожного 8 из них еще и накировали на позачарговую аттестацию. Еще одна проблема, на которую звертается увага по час посяджения Гомельского гарвыканкама, недостатковое межведомственное взаимодействие по снижению росту социального сиротства. Проведенный анализ свечит, у шергу выпадков принятые решения выполняются формально. Не в опошнюю чергу по этой причине у Гомеля означаются факты бодяжництва неполнолетних. Летость, например, у органы внутренних справ поступило 111 заяв об пошуку детей. Есть питание до звичайных гомельчан, некоторые годами бачат, что у соседей не все в порядку, але никуда об этом не поведомляют. Как выник, зараз амаль 750 молодых гомельчан официально находятся в социально небезпечном становище. Годом ранее их было на 35 человек меньше. Говорить о том, что на сегодня мы не видим перспективу по совершенствованию работы, ни в коем разе нельзя. Вместе с тем, только объединившись и по части органов образования, и по части органов внутренних дел, и МЧС, и здравоохранения, мы можем решать конкретные проблемы конкретной семьи. Олег Сентеров, Евгений Макеенко, телерадиокомпания «Гомель». Протягиваем выпуск. Надыходящему дню Яднання народов Беларуси и России у Гомеля присвятили вечер русской культуры. Магчимостью отшуть национальный колорит у мастацтве и рамёствах, а так само поспробовать стравы русской кухни скористалася Ганна Ковалева. Русские народные костюмы, рамёствы, музыка и, вядома ж, кухня. На один вечер у Гомельским городским центром культуры запанавал сапраўдны русский дух. У спісе гостей каля 100 человек с Новозыбкова и Смоленска. У Гомель яны привезли узоры лозапляти, разбы по древе, ткацтва и обрадовых лялек. Причем все это можно было убачить не только в готовом выгляде, а и в процессе створения. Побач с кожной экспозиции мастры русских народных промыслов давали уроки. Вот эта куколка, на первый взгляд, очень похожа на все другие куколки, зернушки. Но секрет у нее в том, что здесь в мешочке у куколки лен находится. И от этого куколка называется льнинушка. Вот это наша местная свицковская кукла. Такую куколку дарили на благополучие, достаток. Мы приехали из Новозыбковского района, это Россия, село Старый Кривец. Наш коллектив, фольклорный народный коллектив, он называется «Калинушка». В нашем как бы репертуаре очень много песен, как свадебных, обрядов в основном, и, конечно, лирические. До речи, фольклорный коллектив из Новозыбковского района выконывал песни не только на русской, але и на белорусской мове. По словам артисток, Беларусь настолько же близкая, как и Россия. Во всех ромесников так само одно на всех меркование. Культуры двух краин не просто подобные. У них есть шмат огульных традиций, причем во всех видах мастацтва.
Особливости русской культуры тут можно было не только подшуть и убачить, але и оценить на густ. Наведывальникам пропоновали дегустацию русских народных страв. До речи, одних только абаранков тут съели прикладно 7 килограммов. После подчастунков свято протягнулось у концертной зале. Сольную программу представил народный ансамбль с новозыбкого «Калинка». У Гомеле юные танцоры не упершиню. 10 годов тому их выступление на этой же сцене принесло перемогу в международном фестивале «Сожский хорогод». Но я всегда говорю, что границ в культуре нет между нашими странами. Вот. И мы всегда близки, особенно Гомель, когда Новозыбков от Гомеля 70 километров. То есть я считаю, что это вообще не граница. И культура, конечно, они всегда близки. День Яднания народу Беларуси и России завсюду святкуются с особливым колоритом и акцентом на национальной спадщине. Сёлета его сустракают у 20-й раз. Причем вечер у ГЦК заклал основу для будущих агульных мероприемств. Так, новозыбковские артисты у отказ запросили некоторые коллективы Гомеля, у тым лику народный клуб «Прометей», как уже на российской земле яны представили белорусскую творчесть. Ганна Ковалева, Игорь Марышченко, телерадиокомпания «Гомель». Выстава карикатур, прымеркаваная да Міжнароднага дня смеху, сёння адкрылася ў Гомельскай абласной універсальнай бібліятэцы імя Леніна. Экспазіцыя ўключае каля 30 ілюстрацый з вядомага дарэвалюцыйнага расійскага выдання «Сусветная панарама». Многія з іх былі прадастаўлены абласной бібліятэцы з фондаў музея гісторыі горада Гомеля. Экспазіцыя заняла два выставачныя стэлажы. Адзін з іх адлюстроўвае карикатуры на тэму ўзаемаадносінаў паміж мужчынамі і жанчынамі, другі гумарыстычны ілюстрацыі на конт грамадскай і працоўнай дзейнасці людзей, тэхнічнага прагрэсу 20-га стагоддзя. Многія з прадстаўленых на выставе карикатур таксама ўтрымліваюць анекдоты мінулай эпохі, якія не губляюць сваёй актуальнасці зараз. Дарэчы, ёсць на выставе гумар 20-га стагоддзя і цікавыя гумарыстычныя паштоўкі, прадастаўленыя Гомельскім палацава-паркавым ансамблем. Выставка это будет интересно самому широкому кругу наших посетителей, любых возрастов, как пожилым людям, так и молодежи. Вот, действовать она будет ориентировочный месяц. Хочу пригласить всех желающих в нашу библиотеку, окунуться в мир асатирической российской журналистики на начало 20-го столетия. Другі месяц вясны пачынаецца з пахаладання. У суботу ў рэгіёне прагназуюцца ападкі. Па дадзеных абласнога гідрамецэнтра на працягу бліжэйшых сутак чакаюцца дажджы, месцамі моцныя. Уначы і раніцай на асобных участках дарог галалёдзіца. Вецер паўночна-заходні 6-11, парывы да 15-18 метраў за секунду. Тэмпература паветра ўначы складзе ад мінус 1 да плюс 4, удзень ад 6 да 11 градусаў цяпла. У нядзелю 3 красавіка будзе пераважна без ападкаў, у ночи чекается от минус 4 до плюс 1 градуса. У день поветра прогреется до 13 тепла. Згодно с попередними прогнозами, у початку наступного тыдня на Гомельщине усталюется сухое и комфортное надворье. І аб спорце. 30 каманд з Беларусі, Расіі, Украіны і Малдовы прынялі ўдзел у традыцыйным міжнародным турніры па дзюдо «Шлях да Алімпу». Спаборніцтвы на прызы выхаванца з Дзюшар Гомельскага района, заслужанага майстра спорту Беларусі Сергія Шундзікава, прайшлі ў Новай Гуце сёння. За схваткамі на татамі сачыў Максім Савін. Турнір «Шлях да Алімпу» праводзіцца ўжо больш як 10 гадоў. За гэты час ён значна вырас як геаграфічна, так і колькасна і заняў трывалае месца ў міжнародным спаборніцкім графіку. Многія каманды прыязджаюць у Новую Гуту кожны год. І не толькі таму, што тут заўсёды добра прымаюць. Канкурэнцыя на самым высокім узроўні. Уровень соревнований, вот я считаю, на этом турнире повыше будет, что ребята подросли и технический уровень их вырос. Международный опыт играет большую роль потом в дальнейших их соревнованиях, когда они выходят, допустим, на уровень Европы, потому что школы абсолютно разные. У гэтым годзе на турнір прыехалі 30 каманд. Зразумела, тут былі ўсе рэгіёны Беларусі, а таксама расійскія: Бранск, Белгарад, Новазыбкаў, Сергіяў Пасад. Украіну прадстаўлялі Жытомір, Чарнігаў, Сумы і Нежын. Малдову дзюдаісты з Кішынёва і Калараша. Для многіх юных спартсменаў Сергей Шундзікаў кумір. І магчымасць сустрэцца з ім таксама добры матыватар. Я когда-то привозил и сына своего сюда. Но они считали Сергея Шундзікава как бы своим кумиром. Они подходили к нему, разговаривали, брали автографы. Ну, это для них герой был. Шлях да Алімпу – турнір хуткабежны, усяго адзін дзень. Аднак спартсмены правядуць у Новай Гуці і выхадныя. Для іх арганізуюць трэніровачны лагер. І яны яшчэ не раз выйдуць на татамі, каб атрымаць вопыт, адпрацаваць майстэрства. Акрамя таго, хоць і ў трэніровачным рэжыме можна будзе паквітацца з абітчыкамі на турніры.
Практически все остаются, те, которые сегодня борются. Ребята доезжают из других областей. То есть на этот тренировочный лагерь, где ребята могут еще раз проверить свое технико-тактическое мастерство. Это, будем говорить, тренировочные схватки. Максим Савин, Валера Ігопанько, телерадио, компания «Гомель». На этом выпуск завершен. Всего вам самого доброго и до новых встреч в эфире.